Янина Бурмистр. Письмо мальчика старшему брату на фронт. Рассказывает Андрей Пономарев, 4 года. Привет, родному старший братик. Я уже взрослый, старше всем. Мне говорят, ты солдатик, помогаешь людям всем. Ты знаешь, мама часто плачет, читает песни в тишине. Но только шлёжешь и прячет, работа сильно обогнит. А я большой, я понимаю, что далеко ты на войне. Аж мама наш ты облегаешь, ты мне скажешь все в письме. Ты там бомбят, он убивает, ранен лучший друг. Лишь вернись, обещай, вместо тебя туда пойду.